Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Metro Исход. Давай, поехали. Фанатики с Волги, людоеды из бункера в горах, рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда, а война лишь дала им возможность проявиться во всей красе, и теперь от них никуда не деться? Сможет ли Дамир, оставшийся в пустыне, чтобы вместе с Гюль принести их народ к свободе, справиться с еще одним чудовищем? Инерция мышления, заставлявшая местных десятилетиями переносить любые тяготы и лишения, и не щадя своей жизни, служить тиранам. Не знаю. Это чудовище может оказаться посильнее всех остальных. В любом случае, терять надежду рано. Мы все ближе к нашей мечте. Найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого-то не смогла отказаться. Ну вот, вот тебе семейка общества создалась. Так. Что у нас там? Надо покурить с кем-то, вроде поговорить. Правильно, хоть едут. Ха-ха-ха, и машину забрали. Так, читаем. Крест. Пишу записку, чтобы никто случайно не услышал. Я тут Кате и Степану готовлю сюрприз по случаю свадьбы. И мне нужна твоя помощь. Хочу сделать им кольца. Полосу уже прокатал, а вот с размерами затык получился. Со Степаном проблем нет, я же всем перчатки делал. А вот с Катей неплохо бы мерку снять. Но надо же, чтобы сюрприз был. У тебя глаз наметан, и можешь поможешь подобрать. Да и со шлифовкой потом помощь не помешает. Времени-то всего ничего осталось. Это приятненько, приятненько. Так, машина, машина. Че, покурим? Все, накурились. Хорошего понемногу. Курить здоровье вредит. Так, не могу снять. Да, посмотрите, смотрите, заводы, господи. А мы так ехать будем, много ли вот таких всяких инсталляций будем смотреть. Смотрите, дома. Деревянные какие-то поселки, да, проезжаем. Господи, как красиво. Красиво. Как давно на поезде не катался. Опа. А тут бы поворот, оба, колья бы ушла бы туда. Ну-ка, с другой стороны, что кажут? Прекрасно, прекрасно. Так, кстати. Что у нас здесь? Оружие все почищено. Так. Устанавливаем. Установлено, установлено, установлено. Так, блин, ты уже одетая, да? Как не? Это вот маяк мы там забрали, по-моему, фотографию. Ладно. Тихарь, пулемет, господи, столько оружия понавешено. Так. Опять брат 2. Давай. Что-то дочь ты не позвал. А, вот она. Что я пропустила? Ну вообще. Их удивительный танец. Не бойся, еще увидишь. Минутку внимания. Полгода пути и 4000 километров позади. Нам через многое пришлось пройти. Дамир. Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась.
После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных, мы нашли место, которое может стать для нас новым домом. Это речная долина. Там есть лес, там есть гидроэлектростанция, и это место удалено от населенных пунктов, что очень важно, как показывает опыт нашего путешествия. Так вот, мы примерно в 2 днях пути оттуда, с чем я вас всех и поздравляю. Ура! Ура! Но на сегодня осталось еще одно важное дело. Степан, Катя. Ух ты, курица! Да. Степан, Катя, повторяйте за мной. Я беру тебя в законные связи. С этого дня клянусь любить тебя. И с этого в горе, и в радости, и в горе, и в радости. Ну вот. В богатстве и в бедности. В богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. В болезни и в здравии. И до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Вот так. Йогу, выпьем. Горько. Горько. Пей, пей до дна, пей до дна. Как капитан этого корабля, объявляю вас мужем и женой. Многое лето. Будьте счастливы и... Горько! 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 Что с тобой? Пневмония. Вот так вот. Спасать надо мою Нису-то. Аня, что с тобой? Осторожней, осторожней! Аня, держись, пожалуйста. Что случилось? Что с тобой? Ой, что, она кашляет так? Катя, ну сделай что-то. Это вот она в пещере пролежала, блин. Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? Да, доктор прав был, это людоедочка. В Ямантао, когда меня наверх утащили, тот упырь, врач, сказал, легкие распадаются. Газом после того подвала на мосту разъело. Да как ты можешь уверить этой твари? Мы же из пустыни только. А песок, он же как наш дан. Не переживай. Катюша, Артем, на пару слов. Ну, давай. Сиди, сиди. Я скоро вернусь. Иди, все хорошо. Так, где ты? Что-то мне боязно. Ну что, зятек, что делать будем, а? Святослав Константинович, давайте не будем пока паниковать. А вы что думаете, Катя? Спасать надо, спасать. Диагноз какого-то дегенерата преждевременно. Смена сырого воздуха метро на пустыню с ее жарой и песчаными бурями такого легкие не любят. Ну, мне тоже кажется, что если бы это был газ, так ей бы плохо сразу. Совершенно верно. Поэтому я ее сначала обследую, насколько квалификация позволяет. И еще. Впереди долина, лесной воздух. Думаю, одно это может все поправить. Простите, что вмешиваюсь, но что случилось? Она кровью закашляла. О, Господи, вы серьезно думаете, что это песок? Больше на туберкулез похоже. Ой, тогда тем более. Антибиотиков у нас хватает, воздух. Туберкулез. Катя, ну а если вдруг, вдруг тот гад был прав, что тогда, может, лекарство какое-то, а? У нас в поселке часть ПВО стояла. Перед самой войной у них проявилось новое средство. Многих потом спасло от поражений газами, токсинами. Я проверю мамины записи, найду название. Так, по-моему, смотрим, повторится или нет. Что решили-то? Так, Новосибирск. Ермак, что думаете? Точно, Новосибирск. Сейчас туда. Радиали хоть на край света. Да, повторяется. Ну, 1000 две будет.
Тогда решено. Едем в долину. Если там все нормально, обустраиваемся. Если у Ани будет ухудшение, то с группой добровольцев отправляемся за лекарством. Вы уж, Катюша, поищите название. Найду, не переживайте. Еще, Артем. Не хочется неприятных сюрпризов в этой долине. Ты самый опытный разведчик. Поэтому бери еще одного добровольца и проверьте ее сначала на дрезине. А пока идемте ко всем. Успокоим Аню, да и ребят. Так, ну это-то понятно. Понимаю теперь, чего она последнее время чернее тучила. Представляю, как себя накрутила. Ну, двигаем. Да, мне сейчас по Новосибирску надо будет лазить. В общем, слушай мой приказ. Всем успокоиться. План остается в силе. Мы едем в долину к лесному воздуху и чистой воде. Начинаем обустраиваться там, если вдруг у Ани... Папа, не надо. Повторяю, Аня, если вдруг тебе начнет становиться хуже, Катя подсказала лекарство. Так что, если понадобится, мы его найдем. Ну, по-моему, отличный план. Отличный план. Я тоже попрошу всех. Ребята, не волнуйтесь. Я и так места себе не нахожу. Такой день испортила. Ань, да перестань ты. Все нормально. Накрутила себя из-за черта этого Схимонтау. Думаю, это все же песок. В Москве я в пыльные бури не попадала. Совершенно верно. Мы, кстати, о том же говорили. Так, тост. Ребята, за вас. Просто будьте счастливы вместе. Давай. Срочно! Че, пьем-то хоть? Чай, все, горилку. Давай эту песню. Хорошо пошла. Легко. Давай. Так. Давай, ты пока там. А у меня есть очень важные дела. Полковник Васин приехал, он с молодой женой. Машина, блин. Ну ладно. Так, как мне продвинуть сюжет? Да. Хорошая песня, хорошо поет. Давай. Что у нас, долина или Новосибирск? Мне тайга. Религиозным человеком. Но сейчас я прошу всех богов. Пожалуйста, храните Аню. И пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Лёша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Так, если я не ошибаюсь, тоже тут вроде ни один индейец не должен погибнуть, что-то в этом роде. Если не хотим, чтобы от нас еще кто-то ушел. Да, долинка это очень и очень, я бы сказал. А воздух какой! Аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Красиво. Таким недельку подышать не только Аня вылечится. У полковника ноги отрастут. Так. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, чтоб подъемные ветки на вес шли. Аврора! Это передовой дозор. Как слышите? Прием! Прием! Да. Эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной!
Так, церквушка. Красотища. Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамбы. Все проверяем и сигналим нашим, что приезжали. Так. Смотри, какая красотища. Хочется всем показать. Скажи. Смотри, вон церквушка какая живописная. Да, мы уже видели. И что это такое? Так, дрезину утопили. Какие мы молодцы. Нас можно поздравить. Артём, держи! За что? Не помер, и то ладно. Ох-охошеньки, хо-хо. Чё ты? Ну? Плыви. Или вытаскивайте меня. Потихонечку только так. Все, оклемался. Течение хрен знает куда утащило. Да по жопе видно, что красивая деваха. Он как грудь. Нацепила, правда, масок там себе. Отлично. Поймали твоего друга. Но я-то вижу, что вы не бандиты. Да не бандит. Если глупостей не наделаешь, мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся. Блин, ну сейчас вот придется там втихариться кого-то там. Всех вырубать потихонечку, помаленечку. О! Олененок. Ну-ка, уйди. Давай, вставай. Блин. Мусора-то столько. Ладно, пойдемте местность будем осматривать. У меня тут предстоит долгое путешествие. Арбалет. Какая прелесть. Блин, а у меня только один снаряд. Здорово. Хотелось бы вот забор наломать, не знаю, на снаряды-то. Так. Какие-то взрывные болты или чего это, я так не понимаю. Бронебойные. Читаем. Бандит, это территория Белевого братства. Убирайся или поплатишься жизнью, как остальные. Смерть чужакам. Понял. Как остальные. На. Да на ты.
На! А ты кто? Так, затянули, суки, я уже рук не чувствую. Плохой. Не по-пацански будет! Не по-пацански? Ну-ка, подожди, что-то я не то сделал. Ну-ка, быстрая загрузка. Ладно, тебя не будем тогда. Посмотрим, что с тебя можно поиметь. Вы можете включать или уничтожать так источники света, но противники могут обратить на это внимание и поднять тревогу. Хорошо. На. А, по гроб жизни помнит куда. Где хода не видать. Волка оставили, сука. А, сука, мля. Ой, что-то ты мне не нравишься. Попал, как лошара. Бандит. Ладно. Не нравишься ты мне. Ох, не нравишься. Ладно, идем в пионерский лагерь. Мне для начала, потому что надо оружие всякие приобрести. Рюкзака нет. Ва. Так. Мародер. Ну, опять девочка из 90-х. Ладно. Мародеры, так будет с каждым. Понятненько. Стрелы, стрелы, стрелы. Так. Еще пару домов. Да ё-моё. Так, опять из 90-х девочка. Вау, спортивно. Ладно, ладно, ладно. Тут точно никак? Да вроде нет. Так. Может, у меня карта есть? Карта есть. Сначала глянем, что у нас вот с этой стороны. Так, мне тут не пройти. Да. Там не пройти. Теперь глянем, как у нас здесь все дела обстоят. Так.
Там какие-то пещеры были. Это я помню. Вот здесь тоже куклу эту как. Так. Ай-яй-яй-яй. Где тут что есть? Так. Понятненько. Так. Тут у нас что? Какой-то алтарь. Ладно. Патроны, это хорошо. Патроны, это всегда хорошо. Так. Подожди-ка, подожди. Если не ошибаюсь, здесь можно переночевать, нет? Нет, не здесь. Ошибся, значит, ладно. Теперь давайте здесь проверим. Не хотелось бы пропустить что-нибудь очень важное, я не знаю. Так. Что у нас здесь может быть? О! Кстати, тут рыбаки, по-моему, с ними разговаривать можно, с какими-то. Если я не ошибаюсь. Это труп в лампасах. А кто вас перебил? Что за зверство было совершено с вами? Вроде рыбаки. Кому вы могли помешать? Ладно. Смотрим. Темнее, да, уже? Ничего страшного. Так. Темнеет, это даже хорошо, потому что мы будем заходить на незнакомую территорию, и лучше туда заходить вечером. Ба! Аж с двух сторон волков захреначили. Ну хотя, что говорить, я тоже там козлину-то освобождал. Так, все. Прошли, получается, тоже ничего не нашли. Итог-то один. Да. Ладно. Так. Что здесь имеется? Тут сейчас первые люди должны появиться. Стоять. Так. Где вот мой чемоданчик? Почти дошел. Блин, не туда.
На наш притончик гонит самогончик. Пусть мы саранам не поставили сейчас за салончик. Владимир Ильич Ленин. Не Левин, а Ленин. Давай. Так. И Ленин всегда молодой. Взял. Фу-фу. Так. Где-то, блин, точно противогаз нужен будет, пипец как. Точно, только не помню, где, конечно. Какого-то подземелья там. Нет, нету ничего, никаких записей. Да ё-моё. Так. Угу. Так, так, так. Шкафчик. Что тут ещё есть? Так, туда как-то надо проникнуть. В библиотеку. Вон там, кстати, по-моему, радиация. Там фильтры-то нужны будут. Ладно. А туда... Так, как бы мне девушку-то не подвести и не перехреначить их здесь всех. Ладно, давайте сначала внизу посмотрим, что есть внизу. Так. Так, я не рано ли сюда иду? А, вот, по идее, как можно было обойти, вот сейчас к ним попасть. Нет, подожди. Или же по канату. Ну ладно, это все детали. Так. Что у нас здесь имеется? Вот в подвал, да, вон там вот что-то и должно быть. Только что? Я уже не помню. Может быть автомат. Ладно, сейчас посмотрим. Так.
Так, вот, слушаем. Прошло 2 месяца. За детьми так никто не следит. Выжили тучи, вернулись. Гессерсы должны были довести их до райцентра, но, похоже, надо было просто запретить им ехать. Но тогда я тоже все еще надеялся на эвакуацию. Хотя, какая там эвакуация, если по радио одни помехи. Помощи ждать нечего. А с другой стороны, нужна ли она нам, эта помощь? Да, оказалось, в стороне от ударов. Даже осадки нас не зацепили. По счетчику фон нормальный, даже под водосточными трубами. Ребята хорошо подготовлены. Не зря мы проводили столько времени в походах. Научить их охотиться будет несложно. У нас есть все самое необходимое, а остальное добудем сами. К черту сомнения. Будем решать проблемы по мере их поступления. В первую очередь выживание. Ну ладно. Ага. Наверх, подожди, наверх, чтобы идти, надо сначала здесь все обследовать. Где-то что-то было. Вот так. Нет? Нет. Так. Ясно, понятно. Так, тут, надеюсь, никого не бить не надо. Все-таки подвал-то так-то маленький. Так. Ладно. Так. Вот так. Ну, давай посмотрим, что здесь у нас. Одни трупы. Видимо, сюда зачем-то забрели без маски. На. Так. Надюша, да пошла ты, понятно. Хопа. Это что, улучшение для НВП? Да куда, вроде и так было НВП. Ладно. Помню, что здесь что-то было. Выходим. Поднимемся. Опа. Так, по канатам, по-моему, мы не умеем сейчас лазить сразу-то. Ну-ка, ну-ка. Опа. Нормально так. Даже вижу в темноте, что там происходит. Так. Так, ну-ка, давайте-ка сохранюсь. И посмотрим, что у нас здесь. Ни хрена. Загрузить. Быстрая загрузка. Попробуем по канату. По-моему, я не должен уметь лазить еще. Но звуки гораздо менее заметны, да, в приседе.
пользуйтесь прицелом своего оружия, так вы повысите точность огня. Да, им-то я пользуюсь. Итак. Так, надо вырубать их. Просто я сейчас напинаюсь. А штука эта круглая и сама катается. Слушай, я у тебя давно спросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки, мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы защищались. Понятненько. Помогает же. Вон опять бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. Так. Пару новых пугал сделаем, надолго хватит. Ну ладно, с бандитами ясно, не такое у нас творит. Но новый чужак пока бандитов не закончится. Ну значит, поработай пугалом, чтобы другие стороной обходили. Так. Вот так. Вон он стоит. Ладно. На! Да ни хрена не так. Так, быстрая загрузка. Блин, я ж не знал, что напротив него еще один тело. Блин. Ладно. Мы пойдем другим путем. Так, куда мне? Где-то рядышком. Блин, я даже не знал, что ты здесь. Блин. Я даже не знал, что ты там обитаешь. Блин, колокол как-то повредить еще можно было бы. А может, кстати, его и можно повредить.
Вот оно. Так. Сейчас. Блин. Вот оно. На. Так. Давай-ка вон туда сходи-ка. Почему ты сюда-то смотришь? Да блин! На! Да хрен там! Ладно. Блин, а как вас троих-то там выдергивать-то? Если бы стрелять, перестрелять, я бы перестрелял. Но вас же надо вырубать по одному. Так. Так, спокойно. Все понятно, с какого надо начинать. Вон с того надо начинать. Не понял, там еще люди есть. Блин, не понял. Мне надо наверх пробраться. По-моему, там его держат. Я сейчас не вытерплю, буду всех вас гасить, падл. Просто девчушку жалко. Так. Сюда, сюда. Давай. Подсматриваю. Да. Вы только о дойках и думаете. Поэтому и прогораете. Ага, вот. Все, все-таки по один вход, один выход. Можно было и так. Так вы даже не знаете, где я.
Как вы можете меня валить? Ага, два раза. Давай. Так, давайте-ка выйдем из помещения. Вот, уже лучше. Пока убитых нет. Так. Вот теперь давайте обследуем здесь, покуда можно зайти. О, посюда можно зайти. Где ты? На. Нормально. Тома к ней. А если меня здесь нету? На. Нормально. А ты с выключенным фонарем, да, бегал? Красавчик. Куда пойдешь? На. Давай, господи. Ну, навряд ли вы меня, конечно, поймаете, но шанс есть. Так, посмотрим на датчик. На. Опа. Меня опять там увидели. Ну, мы, как всегда, бежим дом. Сколько их вот осталось еще? Ой, далековато. Так. Ну, чужак, зря ты в наш лес пришел. Зря на нас напал.
Хоп! Хей, хоп! Конечно, сдаешься. Где ты? Так. А где ты орешь-то? Давай, где ты? Стоп. А, вот он ты. На. А я уж было отчаялся, представляете, да? На. Я же их не убиваю, нет? Нет, не убиваю. Все, теперь давайте по полной используем. Что у нас здесь? Лежит. Вниз тут нигде спуститься не надо? Нет, не надо. Эти лежат, спят. А ведь я вам ничего плохого первоначально не делал. Хватит мусором кидаться. Так. Подожди, нет, нет, нет. Сначала подвал. Вот так. На. Даже не знаю. А, три патрона. А три патрона — это хорошо. Так. Понятненько. Прицел? Прицел тот же. А вот теперь можно и наверх будет. Соберем всех их вместе, соберем. Это что за покемон и что умеет делать он? О, кстати, тут без палева якобы можно было пройти, никого не убивая, никого не трогая. Но это же не наш метод. Хотя да, можно было, можно. А как же наша кровожадность? Тем более в подвал-то. По-любому надо было. Мы выросли из этого лагеря, как выросли из детских игр, и теперь уходим в лес. Клянемся стать лучше, стать сильнее и выжить в новом мире. Потеряли связь с вами. Что случилось? Что с вами произошло? Ребята, ответьте. Ответьте. Я куда-то ухожу, ухожу. Так, что за баррикада тут? Опа, этот трос порвался. Еще и монстры какие-то появились. Здорово. Медведь. Медведь-мутант.
Если не ошибаюсь, мне потом его гасить как-нибудь надо будет. Блин, головарь вот этот. Так, вот вниз еще можно было. Кто там у меня? Непонятненько. Зато волки, это очень даже понятно. Так. Так, а куда мне вот идти-то? Так. Так. Да, да, твою ж мать! Уйди! На! Да. На! Ладно. Так. Я по-любому помню, что там где-то были эти рыбаки. Сейчас в другую сторону пойду просто. Все. Так. На. Да я не понял, ты чё? Давай. Охренеть. А, все-таки это вот я убил. Так что не надо мне тут. Так. А что здесь есть? Ничего. На что ее мать-то? Ты что так рвешь? Там какой-то свет. Читаем. Не могу больше, просто не могу. Лучше я сам проживу как-нибудь. Рыбу ловить буду, грибы есть. Думал один раз выстрелю и хватит, а его не убивал. Глаза закрыл и нажал. Все равно не стреляли. Все равно все стреляли. Но больше не могу. Я... А они требуют и говорят, что трус. А я просто не могу убивать. Я не убийца. Красавчик. Зайцы. Ну давай поговорим, не убийца. Здравствуй. Иди своей дорогой, я тебе не враг. Да я вроде тебя и не собирался бить. Стреляй. Я смерти не боюсь. Учитель, иду к тебе на последний экзамен. Я готов. Дебил, что ли? Иди.
Не нужен ты мне. А вот переночевать бы, я бы переночевал здесь. Вон они, стая волков аж. Так, они пробежали. А мне куда? Это что, ловушка, что ли? Ладно. Пока они туда бежали, я туда прибегу. Вау. На камни. Давай. Блин, там где-то в пещеры надо залазить, да? Вдоль берега так не получится все время идти. Слишком шикарно. Так, уходят, уходят. Пока они ушли, надо пробираться. Вот так. Так вот и находятся здесь. Так и погибают от голода. Так. Понятненько, оттуда надо, значит, перелезть. Так. Ладно. Давай. Пойдем, пойдем. Так. Не то, не то, не то. Вот он, вот он. Мам, убери. Ва. Что у нас здесь? Они не понимают, ничего не понимают. Даже Романыч такой же болван, как и остальные. Мы живем в лесу, значит, должны быть в мире с природой. Волки, хозяева этих мест. И мы пришли сюда, убиваем их дичь. Конечно, они будут защищаться. И какое мы имеем право их за это винить? Но я не такой, как все. Волки это знают, волки меня понимают. Вместе мы им докажем, что дружба с природой – единственный путь. Да, только что ты помер-то вот. Нет. Медведь меня сожрет, наверное. Да что, Юма? Да. Так, как мне наверх пробраться? Спасибо большое. Тут где-то какая-то система должна быть. Так. Тихо. Во. Указатели. Ладно, хоть есть указатели.
Так. Интересно, давайте-ка просмотрим. Так, сохранился? Куда это я поеду? Что там у нас есть? Так. Хоп. Взяли, собрали. Волки, волки. Опять убежали, они кругами бегают. Наставляя по несколько штук, что ли. А, стрелы, все. Стрел у меня хватает. Так, ладно. Да вообще не так. Блин, вообще не так. Правда, я не знаю, наверх он, по-моему, не должен карабкаться. Или как-то можно закарабкаться по стволу. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, какая-то машинка должна быть, да, чтобы поднимать меня. Либо давайте глянем на ствол потом. Где? О, чуть не нарвался на них. Ладно. Давайте осмотрим ствол. Хотя вот подождите, тут холм еще есть. Опа. Полезли, полезли. Мне бы переночевать, бы можно тут переночевать? О, стой, книга. Как же здорово, что мы ушли из лагеря. Тут настоящая жизнь. Вчера, пока все бегали за зайцем, я подстрелил оленя, так что учитель меня на линейке хвалил. Завтра достроим коптильню, и этой зимой точно не будем сидеть впроголодь. А следующим летом в город на разведку. В город еще. Господи. Это медведь, да? А это олень. Ну ладно, персонажа здесь кормить не надо. Что у нас здесь еще имеется? Так. Стой. Понятненько. Та-та-та-там-та-там-та-та-та-там-та-та-та-там. Ай-яй-яй-яй-яй. Так.
Минутку. Поехали. Опять в какую-то нору. Сначала проход посмотрим. Куда он ведет? Ловушка. Ловушка. Так, ладно. Так. Что тут имеется? Да, не поспать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Понятненько. Да блин. Вот так. Я просто поглядеть. Что у нас тут имеется? Ладно. Выходим, выходим, выходим. Давай, 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 давай. Так. Кто это? Такой. А вы все лезете и лезете. Ну я у тебя, сволочь, пощады просить не буду. Так, с воском ничего не вышло, смесь застывает намертво, хотя горит неплохо. Надо думать дальше. Хорошо, хоть бутылок с довоенных времен до черта осталось. А то, что их точно заменить нечем, а с горючкой я точно разберусь. А если смолы добавить и прилипать должно хорошо, слишком густо. Так. Не-не-не. Так, а смолы добавить, прилипать должно. Слишком густо, не расплескивается. Плохо горит, надо перегнать. Скипидар, не хуже бензина будет. Черт, болит как. Как лопнул, всю морду обожгло. Бровей нет. Получилось, 2 литра выгнал. Горит, закачаешься. Есть, лучший вариант. 4 части топленого жира, 5 частей скипидара и 1 воска. Нормально расплескивается, хорошо прилипает, горит жарко и не тухнет. Теперь-то мне Романыч, Ромыч точно вожатого даст, никуда не денется. Да ты дебил. Да я тебе и не угрожаю.
А какой же ты дурачок? Кончай этот цирк! Я знаю, что вы такое! Уроды! Никогда никого из вас не поверю! Так. Опа! Запасы. Пролазим. Опять змея. А, твою ж мать! Я думал, испугала меня скотина. Падла вонючая. Так. Так, а я где спустился-то вообще? А, вон в дыру потом, да. Так. А как туда подняться? Во! Ты дурачок такой. Пока ваших ни одного не убил. Ой. А что за самолетик, я не понял, запустил? А, птиц загонять, что ли? Или такая приколюха просто своеобразная? Ладно. Не понял. Вы что, на меня напасть хотите? На меня? На самого дружелюбного? Так, все волки убежали. Хоп, еще раз, хоп. Давай. Нет, с медведем мне придется драться, неизвестно только когда, но придется. Вау, сколько вас тут. Вот как туда попасть? И не вижу ничего такого, что бы могло туда занести меня. Давай. Все взято.
вода. Опа. Так, вот тут вот. Так и должно быть. Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, осека моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты небось кто засал? Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все. Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умная сила. Сначала учитель защищаться говорил. Сейчас вам люлей дадут. Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не довел. Мишка. Господи, какой страшный. Уж куда я там со своим арбалетом-то? Вот так. Так, где тело-то, которое тут было? У кого мой рюкзак? Куда его медведь утащил? Я за ним сам нырял. Ну спасибо, что нырнул. Ну рюкзак-то теперь отдай. Поносил и хватит. Каша. Блин, вилки, ложки брошены. У вас что, вилок много? Или ложек? Так. Пойдем смотреть, где мой рюкзак могут быть оставлен. Рюкзачок. Подожди. Так. Ну, можно же и на пирс прийти. А то меня просто гонят туда. Ладно. Давай прокатимся, а потом посмотрим. Не каждому дано. Рюкзак забираю свой. Ты опасный, значит. Вот так. Чёртов рюкзак. Пожарничал я. Ну ничего. Ну, стреляй. Да, нужен ты мне больно. Как собаке пятая нога. Спокойно. Так. Теперь, что у меня? Что у меня выходит?
Так, легкая рукоятка, так, легкий пистолет на рукоять, так, снайперская деревянная, отрезок трубы, так, приклада значительно повышает. Так, тут у меня все нормально, прицел. Нормально. Патроны. Нормально, что у меня так. Вот так вот. Так, здесь у меня что делаем? Это нормально, а вот это мы сделаем. Ну, пока вот так вот. Более точно. Хозяин леса. Один болт разрывной. Ну, там еще что-то зажигательная смесь какая-то была у него. Давай. За мной пойдете. Пипец. Ладно, тогда вас не буду трогать. Бегите мимо. Еще, кстати, стрелы на вас тратить тоже. Сдались вы мне. Все там. Блин. Опа. Давай, 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 давай. Что имеем? Хопа. Не, что-то слишком легко как-то. И он там еще не был. Больше он нас не побеспокоит. Кто бы я ни был. Какая тебе сейчас разница тоже. Так. Ну где-то внизу. Так, здесь есть место, где спуститься? Ага, только там. Это кто там? Что это там наверху такое? Видите? Что? Видите? Почему ты во множественном числе говоришь? Сейчас все проверим.
Конечно. Да что там вообще будет? Где-то тут гад этот. На! Не понял, ты успел стрельнуть? Ай-яй-яй-яй, блин, я хочу туда сходить, проверить, что там есть. Эх, вы лесные братья. Давай, давай. Рома! Ты чего, не выспался, что ли? На. Вот так. Вот почему я подорвался. Думал, он выстрелить успел. Все. А это на меня, что ли? Господи. А если я убегу? Ромыч, сейчас у нас на хранении оленя копченое. Так, запас. Думаю, пора охотников переключать на другие работы, а то всех оленей перебьют и сами же потом будут ныть, что оленина надоела. Хота. Ладно. Где? Так, тут бандиты, да? Вот он. Вот и все. Все тихо сделали. Так. Что у нас здесь? Ты даже не в курсе был, да, что я уже у вас пострадал, бедолага. Ну, сам виноват, сам виноват. Так, это, по-моему, один из путей туда. Мне же не обязательно всех вырубать. Мне вообще не обязательно вырубать их. Сделал дело и сваливай. Что тут за ловушка была? А, вот она. Давай, 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 подкачивай, подкачивай, подкачивай. Все. Так. Это мы взяли. Вот. Так-то, по идее, ночью хорошо бы. Давайте для начала хотя бы парочку посмотрим, где кто есть. Вон они. Ах, они меня видят. Ну давай до ночи поспим, вылечимся на халяву.
А, мы не спали даже, мы просто, да? Посидели у огонька, погрелись. Отравленными. Ладно. Идем. Так. Теперь-то, я думаю, не стоит их жалеть. Так. Один раз или двое? Двое должно быть. Вот он второй. Подожди, подожди, да, подожди, беги. Так. Я не понял, где змея-то? Меня вот эта змея больше всего бесит, вот. Как вы меня достали? Опа. Снайпер, что ли, или что? Так. Так. Где-то тут прятаться можно было, по-моему. Так. Ладно. Давайте. Так, что у нас? Так. Все нормально. Так, пока у меня арбалет есть. Давай.
Еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Переобуемся. Так. Не вижу. Падла. Вот так. Мотать, мотайте. На. А где оружие-то у тебя? Спокойно. Опа. Ага, понятно. Понятно, как это все работает. Поднимаем ворота. Пусть ворота будут подняты. Видишь? Так. Прекрасно. Так, что у меня с патронами? Так. Смотрим, давайте модифицируем. Так. Это у нас все хорошо. Хватит благородства с меня. Давайте. Посмотрим, что еще могу с вас поймать. У вас здесь двое было, это хорошо помню. А у тебя в руках что было? А, я поди подобрал от пистолета. Так, ладно. Теперь идем сюда. Так. Так, где ты? Покажись. Вон он там наверху. Вон он идет.
На. Неплохо. Где еще? Впереди. Ну, я, кстати, так и думал, что он там. Я почему вас начал убивать? Потому что вы меня начали убивать. Так что ничего личного. Ну-ка. Вот так. Все тут туалеты, да? Да. Ну, по низу можно еще, кстати, там шарахаться. Прекрасно, что ты меня видел. Можешь взять пирожок. Так, патроны. Вот, патроны мне вот эти мне нужны. Так. Стой. Это прекрасно. Это те, которые... Да, в легкую. Ребята! Прекратите драться, вы же все погибнете! Этот чужак не бандит вовсе, он безоружных не убивает! Да. Я, кстати, безоружных не убиваю. Оглушить, да, по мордам могу дать. Но не убиваю. Правильно вам дамочка-то говорит, слушайтесь. Проживете дольше. Идиоты. Так. Давай. А это еще вниз не спустился. Так. Где вы? Где вы? Вы внизу, точно знаю. Ой, если вы в том домике, то вам кобздец. Во! Таких у меня мало. По-моему, одна штучка была. Так, что ты мне преподнесешь? Молодец. Красавчик. Так. Хозяин. Тоха, твои охотники отлично поработали, пора отдохнуть. Для нас, для начала пусть
Организую штук 50 хороших бревен. Хозяин в этом году не в духе. Надо укрепить частокол. Ну и мостики тоже. И да, опять пора собирать смолу. А то бутылки кидать все мастера, а скипидар добывать Женька один. В общем, для начала хватит. А там нарежем новый фронт работ. Так, мне-то вообще куда сейчас? Ну, где-то здесь я должен быть. Так. С гитарой. Так. Хорошо, что трупы не исчезают. Да я по-честному дерусь. Просто то, что выло шары, это, блин. Так, вниз идти или поверху пройтись? Я вроде бы тут так. А, все равно туда надо идти. В любом случае. Ножи. Хопа. Где-то там вы. Ладно. Пригвоздил. Вот. Мы в этом лесу 20 лет живем. Так что... Да где ты орешь-то? Так, ладно, давай для начала. Блин, как-то плыть надо. Я в этом уверен. Помню, что что-то такое было. Да, прячемся, прячусь. Ты же все равно меня не ищешь. Какая мне разница, прячусь я, не прячусь. Ты меня не ищешь. Так. Пройдем сюда. Понятненько. Школа. Прекрасно, прекрасный выбор. Даже кораблик нарисован. Ладно. Сюда пройдем. Будет самая яркая комната. Вот кто-то ревет где-то вот. Только кто и где? Так, ладно. А, можно было вот так, да, значит? Понятненько. Поехали. Вау. Ничего не поделаешь. Давай я сначала вырублю вас, чтобы не ожидать. Давай я с вас вот пошлину возьму. На.
Так. Куда? В долину куда-то ведет. Ну-ка, спустимся. Почему вас надо всех перебить? А ведь я вас помню, не убивал. Правда, возился с вами долго и муторно. Понятней. Давай, давай. Куда нам идти? Блин, куда-то назад надо. Ну-ка, что мне там? Да, что-то там надо. Спасти кого-то, освободить. Сейчас посмотрим. Вот где-то что-то тут. Вон он, блин. Неугомонный. Все уже сдались. Господи, ни хрена я бегаю. На! Блин, такой круг за тебя сделал. Так, смотрим. Так, я на месте. На месте. Теперь я точно знаю, что Лёша жив и находится в лагере местных. Так что среди... Между гостем и пленником выбраться отсюда живым мы можем только вместе. Так что должен организовать ему побег. Чё? Можем бежать. О. Еще выше. Так. Что-то не понял. На. Все. Вот что я искал. Дети совсем выросли. Они смогли построить в лесу настоящее общество. Давай. Обеспечивать себя всем необходимым. Смогли защитить себя в множестве стычек с животными. Они даже производят весьма сложное оружие. Причем разработали его совершенно самостоятельно и показали мне лишь готовый образец. И в то же время они все еще чтят кодекс. Правда, он стал для них чем-то вроде Святого Писания, а я сам, похоже, превращаюсь в какого-то мессию. Похоже, я дал им все, что мог. Так. И пора отойти в сторонку. Они уже большие. Справятся. Арбалет чистить? Арбалет? Пипец. О, а нет. Ночной прицел, да, ночной прицел лучше так. На данном этапе развития это лучший вариант. Так, прослушать мы прослушали. Так, где спуститься? Где?
Да где вы? Сориентироваться не могу на вас. Слышу, что ревете. Так. Неужто я его завалил? Так, 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 так. У свиней тебя нет. Где вот женщины ревут? Ну-ка, ну-ка. Давай. Иди, иди. Вон там, наверное, ревут. Ну ладно. Пойдем. Может, как-то я неправильно что-то здесь сделал. Но, по крайней мере, я здесь ничего не вижу, кто бы тут уже мог мне противостоять или тому подобное. Идем дальше по накатанной. Может, его убили. А, ну-ка, стой. Хрен там. Утонул. Нет, не утонул, а я уже махнул рукой, думал, утонул, все. Так, так, так. Давай, у нас один путь. Еще наверх можно залезть. Пусть горит. Поехали. Хозяин леса, да, значит? 4 утра.
Даже не знаю, стоит ли мне туда идти. Сначала посмотрим, что у нас дальше. Да пипец. Ладно, пещеру мы осмотрим сейчас. Так, так, так. Ой, какое большое поле. Ладно. Пойдемте осмотрим пещеру. Пошли нахрен отсюда, раки. Давай, 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 давай. Так. Смотрим, кто у нас там. Связанный. Наверх. Вперед, вперед, вперед. Так, понять не могу, куда. Так, понятненько. Бандиты. Вот так. Нормально. Вот так. Да кто ваших-то валит? Так, потушим. Да где вы меня видите? Вы меня не видите.
Спокойно. Да, конечно, видите. Подожди, подожди, это какие-то реплики сталкера идут у вас. Тихо. На таком-то расстоянии-то. Да. Банар Петушара! Вот так вот. Думаете, мне на вас патронов жалко? А вот нисколечко. Своя шкура дороже. Так. Так. Сначала подстриги. Где ты? Вот. Больше не могу подстричь. Идем. С первого домика все осмотрим. Все по порядку будем. Так. Живут как бичи, блин. Все вроде. В этом доме все. Ага. Вы думали, я тут сиськи мять буду, да? Бегать с бандитами. Я послушал разговор. Это были чистые бандиты, которые мучили людей. Так что на какую жалость они рассчитывали-то с моей стороны? Так, ладно, свет можно выключить. Идем. Так. Прекрасно. Так. Детский автобус. Ну-ка, минутку. Что у нас там? Ну, давай, сходим, посмотрим. Отсюда, получается, поднялся, прошел через пещеру. А, и он там вышел. Все правильно. Так бы я посюда бы пошел. Все верно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ворота-то не открываются. Кстати, ворота красивые. Ой, сколько тут накидано-то.
Так. 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 Давай посмотрим, что я могу модернифицировать. Неважно. Так. Вроде бы пока с этих все собрал. Где ты? Ну слышишь, у тебя говнюка где-то ты здесь бродишь. Где? Только мля покажись, сразу маслинами нафаршируется. Вот он за камушком. На! Вот так. Падла. Так. Теперь вы. Что у вас еще есть здесь? А, вы сбегались. Вот почему у вас так много было. Так, и что у меня получается? Ну-ка, давай-ка. Опа. Подожди, помощь. Так. Буксир небольшой. О-о-о. Вот так вот. Точно, где-то вот здесь вот я еще валил. Так, вниз потом спуститься надо будет. Так, где? Тут где-то в подвал, еще где-то куда-то спускаться можно. А я помню, ходил их по одному, кого-то вытыркивал. Это же бандюки. Какая с ними может быть церемония? Вот здесь, по-моему, да, в подвале-то? Аж слышно, как хотит. Так, подожди, где-то он здесь был? Вот оно. Так, ты здесь? На втором этаже. Значит, ты не с ними? Нет, я не с ними. А, спасибо. Но твоих тоже перебил немало. Чужак. Спасибо, чужак. А, как же так вышло? Прости. Я уже на последнем экзамене. Как ты видишь учителя, скажи, что мы... Ну, с
все переживем. Как он учил. Ну, что расскажешь-то мне? Так. Сюда, возможно, он ждет меня. Там встретимся с Алешей. Мне удалось стоит проверить старую церковь. Все-таки... Так. Вот эти подонки здесь были, ну, господи, они что, жарили людей, жрали что ли, или что? Что-то понять не могу. Кошмар, кошмар. Так, для начала проверим, что у нас здесь. У нас есть катер, медведь, который к нам катеру не даст подойти. А, нет, медведь, наверное, церковь будет, скорее всего. Это так будет слишком очевидно, что если он здесь появится, перед тем, как мы на катер сядем. Так, лагерь пустой, где же эти местные, про которых братки терли? Полей нет, ничего нет, в лесу что ли прячутся, тогда чего с ними возиться? Ну, главный сказал, пошли, комарьё накормили досыта и ни хрена. У реки стрельба, а мы все туда, а там рыжий оленя завалил. Так бы и залепил похари урод, вернулся, хоть закуска будет. Утром не досчитались двухчасовых, опять в лес искать. Нашли наших прибитых к деревьям стрелами, горло перерезано. Теперь мы точно знаем, что вы здесь. Пропала группа рыжего, они шли к церкви. Там внизу хутор был. Вот ты, значит, где прячешься. Ну все, допрыгались, подыхать будете долго. Спасся только что, а я наших привел. Наших хотя. На радостях малеха перебрал что-то. Так. Ладно, с тобой лесные разберутся. Все-таки я их не всех убил. Не всех перебил. Так. Значит, церковь. Ой-ой-ой-ой, ладно. Собрали мы там по максимуму. Одна бомба или даже две у нас еще осталось. Плюс еще зажигательная смесь. Так, кстати, надо переделать. А это, блин, по случайности нажмешь не туда. Все, к церкви, значит. Наш путь пролегает. Только кто его туда утащил? Это бандиты. Те лесные, как они прошли мимо друг друга там. Ладно. Так, нет, не туда. Так, все, там где-то погреб. Ты погребок, мне кажется, должен быть где-то в доме. Кстати, посмотрите, отсюда вид горы, да? Красиво. Так, я хоть туда бегу. Да, вот. Пока все правильно, бегу. Охренеть. Ни хрена я неправильно бегу. Ну куда-то я прибежал. Вообще немного, чуть-чуть в другую сторону взял. Давайте смотреть тогда, что здесь у нас. Так. Спать? Нет. Спать здесь не ложится, небезопасно. Ну, вон еще какая-то тропа, блин. Или просто кажут мне такое.
А ну-ка, смотрите-ка, смотрите. Да подожди. Или мне показалось, подумал, веревка натянута. Среди камней это нет, это показалось. Ладно. Да что ее мать-то? Кто тут все минирует? Так. Охренеть, ничего не видно, ничего не понятно. А вот церквушка. Что? Короче, по минам просто так попрыгал. Ну ладно. Ребята, не поминайте лихом, если что, на совете вы меня с подачи Ромыча прокатили. Но Толик же перед смертью успел сказать, что отогнал хозяина от лагеря зажигательная бутылка. Сколько еще наших должно погибнуть? Сколько мы еще будем бегать от этой твари? На совете я промолчал, но тут скажу. Ромыч, ты трус. Я прогоню хозяина или погибну. И тогда знаешь, что ты своей трусостью убил двоих вожатых. Да ладно, что ли? О, да, вот здесь, по-моему, надо будет от медведя биться. Стоять. Так. Стрелы. Пока вот так. Так. Хозяин леса на кладбище, правильно? Трупачины питаются. Такие зубы страшные. Ух, он вообще сам есть такой страшный такой. Мама, не говорю, тут прыгай среди оградок. Я потом через оградки-то смогу выпрыгнуть, смогу таким вот эти оградки. Ага. Хотел, как сказать, как медведь, он есть медведь. Так. Он двери вышибет, скорее всего. Потому что это классика жанра. Стоит чуть ближе подойти. Как он. Всей своей мощью. Так, а мне надо... Мне надо на зажигательную смесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вон там у нас что у центра. Так. Так, так, так. Это все он снесет нахрен. Хорошо, что еще не ночью. Так, хоть его видеть буду. Погнали, что? А, нет, смотрите-ка, как я тогда должен пройти? А, ну вот, говорю же, классика жанра нахрен.
Спокойно. Тихо. Одну аптечку-то ладно. Так, спокойно. Спокойно. Да, уйди. На твою что мать-то? Давай. Гори. Все, он вроде умер. Если я не ошибаюсь. Так, ну патронов я на него потратил уйму. Ну-ка. Аптечки подготовить надо. Так. Чего это? Все, аптечки готовим. Так, что у меня теперь на стрелы? Все понятненько. Не понял. А как я-то? Так, здесь я не пролазю. Здесь мне не обойти. Ну все правильно, только там, где медведь. Так, так, так. В другую сторону идем. Смотрим. Так. И чё мы сюда пришли? Непонятно. Как нам дальше двигаться, непонятно. Ну, местность, да, местность я помню. Гори.
Ладно. Вот так вот. Ну, я думал, за медведем придется идти. Так. Тут, надеюсь, нету бандитов. Доложите обстановку. Прием. Ну что там? Что там? Возможно, давай, запускаем двигатель. Ага. Топливо. Верстак. Вот ты-то мне и нужен. Так. Патроны. Нет. Патроны. Нет. Вот. Хорош. Почистим. Почистим. Блин. Топливо. Мне надо топливо. Ну-ка, если встретиться с Алешей, мне не удалось, стоит поверить станцию, цель, на которую он обратил внимание во время поездки, возможно, он ждет меня там. Ну, это я знаю. Так, подожди, перед тем, как сюда выйти, проверю, есть ли здесь спуск. Спуска нет. Вход-выход один. Открываем. Чужак, замри. Да ладно. Вот мы и снова встретились. Хотя ты, небось, не помнишь, кто тебя из воды вытащил. Да ты меня, была, кстати, в маске. Давай. Это не ты сейчас хозяину леса трепку задал? Ну, конечно, а я. Наши с ним давно не связываются, а ты его вон как отделал. Будешь моей второй женой. Вот сволочь. Прости, учитель. На. Твой друг Леша уже на дамбе. Сказал, командир ваш ждать не будет, так что времени у тебя немного. Прости, проводить не смогу. Сегодня на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд. Но без меня они созывать совет не имеют права. В общем, придется, как всегда, вправлять им мозги. Но пока у меня есть время рассказать, куда тебе дальше. Давай. До дамбы можно добраться только на лодке. А они все в лагере на болоте, у пиратов. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Кровь никому не нужна, так что просто не попадайся им на глаза. Иди по дороге до завала, спускайся к болоту и ищи пристань. Там и мы с Алешей лодку одолжили, прости, учитель, но остались еще, так что разберешься. Ну, чужак, удачи! Смотри, не заставляй меня жалеть, что я вам помогла. Леша, привет. О-о-о-о-о. А я тут еще побуду. Надо за могилой учителя приглядеть. Алёше, привет, хорошо. Раз вы с Алёшей уже. Так, ладно, теперь чё? Что, решил передохнуть перед рывком? Это правильно. Нет. Я решил кое-что поискать. Блин. Всех в лесу жить научил. Обратно все. Так. Собираем тут потихонечку. Что есть? А что тут есть?
Так, на верстаке мы самое главное взяли. Самое главное мы сделали. Так. Подожди. Во. Помню же, всякие хрени тут были. Так, а что там? А теперь мне надо на пистолет переделать. Нужно найти тело с пистолетом. Так, ладно, сюда пока мы не будем выползать. Так, от дробовика мы все патроны. Но с другой стороны, против хозяина леса другого оружия это и не стоит искать. Взял самый мощный этот дробовик и по роже ему, по роже. Так, это у меня винтовка снайперская, не надо мне тут. Что, реально больше нечего взять? Понятненько. Значит, это был единственный спуск. Пойдем тогда. Не знаю, девочка, как, конечно, ты туда-сюда шастаешь. Блин. Слишком большой разбег. Ну. Так, где у меня тут? Это арбалет. Стоять? Это лампочка. Пора менять на пистолет. Так, это у нас куда ведет? Опа, а нет, все-таки не единственный путь, как оказалось. Да твою мать. Еще между двух берез давай. Разбейся. На! Ничего страшного. Сейчас мы. Иностранец. Джеки Чан. Давай. Просто разведаем местность. Ни больше, ни меньше. Пройдемся и посмотрим. А, вон там бандиты жили. Точно, точно. Все, теперь мы можем туда-сюда ходить. Если что, верстак нам А, подожди, стой. Вот что я хотел. Точно. Вкусно. Вот что я хотел. Надо же нам этот дробовичок-то менять на пистолет. А у нас пистолеты вот здесь были. Не понял. Эй. Ну-ка. Может, наверху хоть что-то осталось. Нет, осталось. Вот. Вот так. Теперь давайте-ка посмотрим, как мы можем пистолет наш улучшить. О, нет, подождите, тут сначала что-то есть. Так, теперь пистолет. Что-то я не пойму, это опять что ли?
Что-то я понять не могу. Это на верстаке только можем. Ладно. Учту. Сейчас тело какое-нибудь найду. И попробую забрать у него все. Не, ну это же пистолет. Подождите. Пистолет. Укороченный ствол с глушителем. Ствол самодельный глушитель полезен при скрытом подходе. Так. Сглушить. Нет, мне не надо вот это. Вот это извращение мне не надо. Все остальное есть. Извращение, блин. Так, говоришь, убивать их не надо. Но я вообще-то других думал не убивать. Пираты. Ну, бандитов-то я неплохо насувал. Мама, не горюй. Так. Получается, тут опять берешь разбег нахрен, где не надо. Так. Я, получается, туда, потом туда, туда, потихонечку, скрытыми перебежками между тележками. Ладно, подожди. Спать. Ну да, ночью-то легче будет пройти. Так, куда мне надо? Вон туда. По болоту мне не пробраться, естественно. Или пробраться. Давайте смотреть. Так. Там бы еще что-то взяли бы. Так, ладно. Да. Стой. За какими вот только вот сюда иду? Тут где-то... Где-то что-то с пещерами было связано. Только где, что не помню. Так. Сейчас мы возьмем этот грибок или что там было. Может быть, патроны. Сейчас узнаем. Давай, 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 давай. Что звенит? О, колокольчики. Колокольчики звенят. Так. Арбалет был. Опа. О, собрали.
трупик. Итак. Значит, можно и по болоту пройти. Давай посмотрим. Меня завалили. Все, понял, туда не идем. За лодкой гад идет. Конечно, за лодкой. За каким вы мне еще сдались? Ладно, сейчас чуть подальше пройдем, посмотрим. Сколько вас там вообще? Ну-ка. А ведь не видно вас. Ладно. Потихонечку, помаленечку. Сюда-сюда. Здесь нет? Нет. Вау, лесенка. Так-то и неприметно. Неприметно она. Куда? Туда? Сюда? Так, это я туда опять приду. Нам туда не надо. Как мы уже выяснили. Вон они. Раз, два. Куда? Сюда? Сюда. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!